Начальник управления Росгвардии по Самарской области Александр Ясауленко получает диплом победителя за диктант победы за своего коллегу, который сейчас находится в зоне проведения СВО. Говорит, с таким замполитом можно быть спокойным. Каждому человеку важно знать историю своей страны и в особенности период Великой Отечественной войны. Конечно, я безмерно рад, что вот это почетное звание и вот эти награды получает мой заместитель по воспитательной работе. Это говорит о том, что замполит на месте, это говорит о том, что замполит действительно на своем месте и может и должен доводить до личного состава всю правду о Великой Победе, Великой Отечественной войне. И, конечно, служить примером для всех подрастающих поколений. Диктант Победы проводится 4-й год. Число участников неизменно растет. В этом году испытания прошли 1 600 000 человек во всех регионах России. По количеству мест, где можно было написать диктант, регион занял 4-е место, а по числу участников – 3-е. Ежегодно жители региона проходили на федеральный уровень. В этом году победы только региональные. Среди лауреатов и школьники. Диплом победителя даст им дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Сегодня же подвели результаты конкурсов на лучшие школьные городские музеи. Лучшим среди сельских стал музей в Южном городе, а среди школьных – музей при 8-й школе Новокуйбышевска. Когда сами школьники работают в музее, ездят в поисковые экспедиции, обрабатывают документы, сидят в архивах, участвуют в формировании экспозиции, они совершенно по-другому начинают воспринимать события истории, это становится их личным делом. И вот такое вовлечение через музей ребят в просветительскую историческую работу, мне кажется, очень и очень важно. Музеи, занявшие первые места в конкурсе, получат по 500 тысяч рублей в виде целевых грантов, занявшие вторые и третьи места по 300 и 250 тысяч рублей соответственно. На эти средства они смогут провести цифровизацию, к примеру, сделать оцифровку документов и фотографий. Виктория Шарая, Николай Сидоров, «События».